18 миллионов тенге из городского бюджета потратили на установку безопасных стритбольных площадок. Однако на большинстве комплексов возникли проблемы с покрытием. Выплату денег подрядчикам задержали. Сегодня в отделе спорта рассказали подробности. Всего в Павлодаре установили 56 стритбольных площадок. Стоимость одного комплекса более 2 миллионов тенге. Во время госприемки на 20 объектах выявили брак. Проблемы возникли с тартановым покрытием. Замечания по всем площадкам устранили к концу лета. В сентябре по обращениям жителям дефекты обнаружили еще на 4 комплексах. Уважаемые жители города, если вы встретите на наших новых стритбольных площадках какие-либо дефекты в плане именно покрытия, именно гарантийные обязательства, можете обратиться по телефону 62-22-50 и 32-91-15. Назвать адрес площадки, характер дефекта. Устранить выявленные недостатки обещают при хорошей погоде в течение недели. В отделе спорта отметили, дефекты возникли из-за особенностей материала. Определенное время надо, чтобы тартановое покрытие засохло. Это надо не менее 2 дней, то есть после нанесения тартанового покрытия на бетонное основание делается ограждение из, получается, из сигнальных лент. И в течение 2 дней на данную площадку не должны заходить люди, ни дети, ни никто. То есть в некоторых местах, где были выявлены дефекты, это была сорвана сигнальная лента. Резиновое покрытие выбрали в целях безопасности. Оно не травмоопасное. Гарантия на стритбольные площадки будет действовать до июля 2020-го. Азиза Исабаева, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис».